Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Монат, это Айзек, и сегодня попробуем за Лилит пойти на нового босса, на бестию, на беста. Нет, это слишком опасно. За Лилит это слишком опасно. Так, ты мух даешь, да? Себе? Нет, ничего ты не даешь. Это ж хард. Не, заново начну, не хочу так много урона получать. Бомбы. Камни. Как же они меня бесят. С ними невозможно стрелять, особенно за Лилит. Тупые куски мяса за Лилит, их еще сложнее убивать. К удивлению, я даже урон не получил. Magic Mushroom. Не, ну Magic Mushroom это, конечно, имба. Неоспоримая. Его однозначно берем. А? Опа-опа, давай. Ууу, сквизи. Это очень круто, очень хороший предмет. Так, Ази, как тебя зовут? Хан? Вроде. Ну давай, пожалуйста, побыстрее. Спасибо. Так, мы, наверное, будем на этажи, чтобы что? О, дьявол. Ой, Джокер. Чтобы при возвышении... Я же на беста иду. Чтобы при возвышении были видны предметы, которые спрятаны. Ой,
О, как я урон не получил. Возможно, второй предмет будет хороший. Блин, хотелось бы, конечно. Но для этого полет нужен. А полет у нас не на этом этаже. Ай! Вильзевул, да? Тебя зовут вроде. Ну или, по крайней мере, в антибёрке тебя звали Вильзевул. Так. Все, пошли. Может, кстати, пропускать вообще Treasure Room сейчас? Чтобы... Чтоб что? Что за карта? Я хочу карту эту. Да, можно пропускать item room сейчас некоторые. Ну, в принципе, Magic Mushroom это достаточно сильный предмет, так что... Может пока что и без предметов других походить. Муки. Куски мяса. Я сказал, для чего пропускать item room'ы, чтобы эти увеличить шанс на планетарий. Где good trip, давай, место. Зеркале. Меня случает вот чемпион. Все, пошли к боссу. Ну, не сложный босс. Да, у него есть муки вот эти писячие самые. Но так-то босс легкий. Ну, демо-шап, хорошо. Да, в принципе, без предметов сокровищницы смогу. О, планетарий. Вот это, кстати, хороший предмет. Ну все, остальные, значит, можно... Остальные сокровищницы можно собирать.
Там не будет неизвестных предметов. Главное не забыть на возвышение сделать кое-что. А еще мне Good Trip залагал. Ну ладно, пока что без него поживем. Good Trip, можешь успокоиться, пожалуйста? Ладно, не хочет. Не хочет у меня Good Trip работать. Они не подлетят ко мне, мухи, да? Не, ну Венера, конечно, хороший предмет. Хочу мешочек этот. Друзья, один пропуск секретки, сокровищницы, точнее, дает 20%. Не знал. Я думал 15%. Всегда. Так, давай-ка. Good Trip у меня не хочет работать, так что пешочком пройдемся. До чего? До оставшихся комнат. Хочется полностью этаж зачистить. Ну, вас, конечно, можно вот так сделать с вами. Это ничего не даст. Ладно, дало. В этой сокровищнице он будет? А, да, мне же еще сокровищница нужна, вот. Монго Бэйби, хороший бэйби. Может, в магазине что-то по скидке будет. Да, хорошая скидка. Просто замечательная скидка. Ну ладно, у нас хотя бы теперь есть деньги на следующую. На следующий магазин. Ну и все, больше делать здесь нечего. Так что идем к боссу. Так, давай, умирай. По-быстрому. А, не успел ничего делать. Один залп и все. Пошли-ка. Так, здесь у нас уже должен быть автомат пополнения. Good Trip, ты починился? Угу, давай. О! Деньги.
Деньги. Давай заберем. Бомба ради бомбы, как говорится. Куски дерьма. Вот, в смысле мяса. О! Как раз сундук. Ага, о, конечно. Так. Окей. Бомба. Может, есть что-то интересное? Будет. Так. Даже, дайте я вам подойду, чтобы вы друг друга стреляли. Хорошо. Так, теперь мне надо найти сокровищницу. Все-таки. Вот ты поможешь, да. Сильно хочу. Ай! Не подумал. О, сокровищница. Давай, взорвай. Нет, синего сердца, к сожалению. Серьезно? Два раза подряд грит? Да не верю я. Все, пошли. Так, нет, или здесь уже... Да, здесь уже мать. Мама. Почему тебя нельзя заворожить, чтобы ты в других стрелял? Так. Бомбы. Так, здесь уже точно не будет
хороших предметов на покупку. Окей. Сколько там? Ага. Так, вниз. Не вниз. Может, вы еще и сами себя друг другу убьете? Отлично. Это хороший, это вот old statsab. Старую, кстати, за забег. На следующем этаже, кстати, будет этот. Будет? Будет, будет. Да, на следующем этаже будет сокровищница. А вот будет ли там магазин, скорее всего, тоже будет. Ну, а типа, а что, сокровищница появится, а магазин нет? Ну да. Ай. Какой-то страшный. Да, я уже был в сокровищнице. А, нет, подожди. Я сейчас чуть не проиграл забег. Мне же нужен мечный череп. Пока что я не обращал на это внимания. Есть ли он у меня или нет. Так, но здесь нету черепа. Нету. Ага. Так, здесь нету. Здесь тоже. Надо прогуляться. Нету. Ага, значит, он где-то в этих двух комнатах. Неизвестных. Непройденных. Даже так. Подожди, а где мечный череп? Подожди. Ну, здесь нет мечного черепа. Здесь нет. Здесь нет. Здесь нету. Эти не мечные, к счастью. Здесь вообще черепов нету. Не понял, где меченый череп. Он же должен быть. Каждый. Ну, на этом даже он должен быть. Меченый череп. Ты погоди. А где он? Может, я что-то не так делаю? Есть, конечно, телепортация, да? Так, здесь может быть секретка? Здесь может быть суперсекретка? Здесь. Здесь тоже нету. Может, здесь? Да и здесь тоже нету.
Подожди, это какой-то бред. Здесь вряд ли там вообще предметов не должно, ну, декораций не должно быть. Так, еще раз, подожди. Начинаем от какого-то босса. Здесь нет черепов. Здесь нет черепов. Здесь нет черепов. Здесь нет черепов. Здесь. Смотрим. Нету. Нету. Здесь я разрушил черепа. Здесь нет череп. Нет черепов. Ну, есть один. Почему ты не был помечен? Томом. О, как я получил урон, подожди. Что, давай негатив берем? Не, ну Holy Mantle, конечно. И все, телепортируемся. Господи. Все, давай, мавзолей. Наш здесь один этаж мавзолея. Или два. Ну, мне ж не обязательно туда идти. Ай! Нет, хорошо, что у меня Holy Mantle есть. Теперь. Я по факту даже в сокровищницу могу зайти. Ой, в Кёрсу. Ах ты, бримстоуновый гандон. А, я не могу даже выйти. I spent it. It's gone. Just get over it. How can you have spent our savings? Так, окей, возвышение. Не, подожди, мы еще не были в сокровищнице. Ага, я понял вас. Так, где моя сокровищница? Серьезно? Мне сейчас все надо ждать, пока... Ужас. Но я возьму Т5. Лучше. Ну и все, давай выйдем отсюда. Наверх.
Опа. Так, подожди. Мне нужна эта тринка. Не-не-не. Вот здесь вот нужна. Отлично. Все, теперь я, как обычный персонаж, буду стрелять. За Старс давай возьмем. Теперь я по факту стреляю, как обычный персонаж. Из-за того, что они во мне. Так, мне какие... Ну, по факту мне нужны эти затопленные этажи. Главное сейчас книги не подобрать никакую. Ну, здесь нету. Еще один за Старс. На всякий случай все равно буду проверять сокровищницу вдруг. Ай! Как тебя дожить? Отлично, HP up. Так, вот здесь, да, уже надо. And become saved. Let his light inside you cleanse your soul. You are insane. You are taking this too far. Can't you hear how you sound? Pray for your come. Pray with us. Так. Нет, здесь у меня сокровищница, подожди. Серьезно? О, что-то меч на камень вижу. Сокровищница. Вот она. Я ее вообще не открывал вроде бы. Так. Неплохо, неплохо. Так, все, давайте уходим тогда отсюда. Предпоследний этаж.
Но магазина уже не будет. В деньгах нет особого смысла. Ну и что ж, последний этаж, Basement 1. На самом деле очень волнуюсь. Окей, хорошо, хорошо. Ты. Ну и все. Хаус. Дом. Хоум. Точнее, наверное. Да, хоум. Ну да, мне нечего здесь восстанавливать. Здорово, телек. Так, отлично, мы открыли Red Key. Ну, привет, Tainted Lilith. Первый альт-персонаж. Догма. Догма. Ой, тут почему-то раньше легко уворачивался от этого. Так, подожди, Бримстоун. Ай, подожди, подожди. Вот эти, вот это вот такое, вообще не умею доджить у него. Вообще я не тренировал, и эту тоже. Окей, окей, окей. Мы убили догму. Я хочу все анимации посмотреть, я их не смотрел давно. Ой, догма. Тунь. Айзек. Айзек. Разрушается дом. Айзек, Блю Бэйбик, Фоготен, Лост. Ух, я вообще так волнуюсь. Первый раз. Ну, это Бист. Но я не против Биста буду сражаться. У меня аж все здоровья восстановятся. Я думал, ты мне еще дашь эти. Синие сердца, трясни в сердце. Thank you.
Отлично, голод без урона. Ой, голод. Да, голод. Так, теперь у нас... Как тебя зовут? Я забыл, чума. Ой. Война. Ай, косы. Окей. Бестия. Так, бестия, хорошо. Что мне интересно сейчас сердцебиение? Ура! Мы убили Биста! Наш первый Бист! The sky above cracked open, and a white beam of light reached down into the earth, smiting the mother of harlots asunder, and setting the blood to boil. As the beast descended down into the lake of fire, Isaac ascended towards the crack in the sky, and as he flew, he could see echoes of his past before him. He saw his mother mourning the loss of her son. He saw his father leaving them without turning to say goodbye. He saw his mother sleeping and his father taking money from her purse. He heard the late night fights they had that kept him up at night, and the guilt he felt for what he believed he was causing. He felt the pain in his stomach during those sleepless nights and saw his shadow in the closet waiting for him. As he rose, he felt his fears drop from his body, his shame, his worry, pulled from his being. As he became lighter, his ascent became faster. He saw his one true companion alive and well. He saw his mother and father together again, holding each other. He felt his mother kissing him on the head after he had said his prayers, and the comfort in knowing someone was watching over him. He saw his own birth, and the faces of his parents filled with joy and optimism. And then he saw nothing. Are you sure this is how you want this story to end, Isaac? You're the one writing it. It doesn't have to end this way. Here, how about we tell it a different way? Maybe a happy ending? Okay, Daddy. Good. Are you getting sleepy yet? Yeah. Okay. So, Isaac and his parents lived in a small house on the top of a hill.
Не знаю, как даже считать эту концовку. C-section! Ну что ж. Первый бист. Убит. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В описании список модов, которые я использую. И также еще что-то. Ссылка на ТГ-канал. Всем удачи. Всем пока.